Привет, друзья! Вас приветствует канал «Кузница тест-драйва». Я ее ведущий Максим Красильников. Кстати, сразу скажу в начале видео, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик оповещения, чтобы не пропускать ни одно видео. Ну а сейчас начинается серия из цикла реставрации ПАЗ-672. Ребята, не так быстро, как хочется, но работы идут, а самое главное, наш пазик радует нас и приносит только приятные сюрпризы при разборе этого легендарного и очень няшного автобуса. Как видите, уже отсутствуют два стекла, уже сняты двери. И, кстати, без дверей, без самих ширм, получился очень большой проем. Тут уже может пройти большая тетя, например, с сумками даже. Насколько все-таки двери, ширмы воруют место в дверном проеме. Но самое главное, ребята, помните, я вам уже говорил, что очень сильно переживаю за рамку окон. Она реально в крутом состоянии. Это очень меня радует. И надеюсь, что дальнейшие стекла, когда мы будем вытаскивать, будут радовать таким же состоянием. Это действительно для 78 года уникальный автомобиль в своем сохране. Но возникают трудности. Но, если честно, я думал, ну, стекло снять, ну, 10 минут, что его там снимать? Выдернул прошву и выдавил стекло. А нет, потому что резинки прикипели так, что даже вот у наших ребят возникли такие сомнения, говорят, особенно когда выковыривали стеклышки, снимали из дверных ширм. Такое впечатление, говорят, как промазано клеем, но клей, не верю точно, хотя пишите в комментариях, я могу, конечно, ошибаться. Но я думаю, что, скорее всего, на заводе садили с помощью литола или солидола. Так мы поступали тоже в автобусных парках, чтобы легко резинка, уплотнитель встала на рамку. И с годами, извините, 40 лет, 41 год автобусу, просто вот это вот смазывающее, я не знаю, какую там именно использовали смазку, она превратилась в камень и прикипела. Но что меня радует еще, что нам не надо искать уплотнитель. Сейчас мы пройдем к стеклам, к уплотнителям и к снятым дверям. Ну, кстати, вот снятая дверь. Вот, ребят, как видите, мы уже ее разобрали, одну ширму. Меня очень радует сохран этой двери. Самое больное место – это низ двери. Здесь он никогда не варился. Это очень радует. Поэтому я думаю, что так как металл здесь хороший и в двери очень много элементов жесткости, то я думаю, что вот это можно будет смело отдать на пескоструй. И так как двери у нас сбиваются, особенно с внутренней стороны, очень хорошо, люди часто ногами цепляют. Хотя вот на этой машине такого варианта, ну, есть чуть-чуть потертости, но таких вот явных сколов нету. Поэтому нам и здесь повезло, кстати. И только ради этого опять настроение хорошее. Поэтому дверки у нас пойдут на пескоструй. Сейчас будем снимать какую-то панель. Скорее всего, это будет лючок радиатора и заливной горловины радиатора. Там как раз сохранилось цвет родной краски, как основной цвет кузова белый, так и синий. Вот такой он грязно-синий. Вот. Он мне чем-то напоминает цвет пицунда на «Жигулях». Вот кто помнит такое название, наверное, со мной согласятся. Он такой какой-то грязно-синий. Поэтому я сейчас хочу съездить на авторынок, на подбор красок, взять веер. Потому что, ну, сюда надо, ребят, ну, уйдет, наверное, 20 кг краски. Это, ну, большая затратная часть. Поэтому подбирать мы не будем. Мы будем покупать готовую краску, но максимально близко может быть и один в один, потому что вот это вот, если ее, понятно, она уже пожелтела от времени, но вот на внутренних сторонах дверей очень похоже на 222-ю краску, которой окрашивались и «Жигули». Надеюсь, что так оно и есть. И будем заказывать красочку, понятно, акриловую. Уже привезли кислотный грунт, потому что начинаем, когда снимем сейчас все окна, верхние молдинги, мы можем уже начинать потихоньку вычухивать, снимать краску с крыши, с проемов внутри автобуса. Потихонечку начнем вычухивать. И сразу закрывать кислотным грунтом, потому что металл не должен долго находиться на открытом воздухе.
Тогда, получается, вся работа будет сделана на смарку. А сейчас предлагаю посмотреть, в каком состоянии уплотнитель и почему я такой довольный и счастливый. Как видите, да, немножко стал дубовенький уплотнитель. Не могу сказать, какой он был изначально, потому что изначально мне был всего один годик, когда он появился, этот уплотнитель. Но, ребята, он нигде не порепался, он целый. Пострадало, только превратилось в камень прошлое. Поэтому, ну, очень затруднительно снять, очень аккуратно стекла. Нам их надо все сохранить. Потому что, как многие, наверное, помнят, даже в советские времена вот эти вот стеклышки, круглые, длинные, овальные, они при снятии очень хорошо лопаются, когда поддеваешь отвертку. Сейчас будем делать какое-то приспособление с широкой рабочей поверхностью, чтобы не давать точечную нагрузку на стекло. Потому что два стеклышка лопнуло. Слава богу, что нам наши зрители подарили вот такую пачку запасных стекол в двери. Если честно, я надеялся, что их хватит гораздо на дольше, что здесь снимем так все аккуратно. А нет, не получилось. И раньше в автобусных предприятиях, так как был дефицит всегда на вот эти вот маленькие стеклышки, на задние вот это круглое стекло, на боковые стекла кормы автобуса, часто просто заваривали их металлом из-за отсутствия заводских стекол оригинальных. Это еще раз доказывает, что нам повезло, что нам автобус достался в полном комплекте, в оригинале. Это огромный плюс и поможет нам в реставрации этой машины. У нас даже все панорамные стекла, кроме одного лопнутого, целые. Но у нас есть запасные. Кстати, есть абсолютно новые, тоже благодаря нашим зрителям, которые вместо того, чтобы их выкинуть, хорошо, что посмотрели наш канал, так бы они пошли бы просто на свалку, их там побили, разбили, отдали нам. И это тоже облегчает нам жизнь. Много чего искать не надо. То же самое, как вот эти двери ширмы, ребят. Раньше они были в автотранспортных предприятиях новые. Сейчас, к сожалению, они никому нафиг не нужны. И работники предприятий тупо поздавали все это в металлолом новое. И вот это сейчас часто я с этим сталкиваюсь, когда приезжаю. Да, было, сдали на металлолом. Да, было, сдали на металлолом. Ну, вот это иногда как ножом по сердцу. Как видите, потихоньку, но работы продвигаются. Не так быстро, как хотелось бы, но опять... Очень много у нас пишет критиков, что вот мы разбираем, там собираем долго, либо там только разбираем. Ну, я всегда говорю, ребята, прежде чем как критиковать и не лениться писать вот такие комментарии, вы лучше это время потратьте на что-то полезное и покажите, как вы это круто делаете. Спешка в таких делах, она как бы не всегда приятна и необходима. Вот. Надо подходить с умом, потому что, ребята, снять... Например, одно стекло занимает конкретно время, потому что резинки так прикипают, а хочется сохранить как стекло, так и родную резинку. Представьте, как круто будет, когда при сборке, после покраски, на автобус будут возвращаться оригинальные детали, включая уплотнители. Это реально круто, я считаю. Чем больше в машине оригинальных вещей, которые не требуют замену, тем больше как и ценность... Да и сама аура этой техники сохраняется, когда в ней максимально большое количество запчастей ее родных заводских осталось. Я считаю, это большая изюминка в реставрации любой техники старой, как автобусов, так и мотоциклов, мопедов, велосипедов. Нет разницы. Понятно, что вот эту вот перегородку пластиковую, которая стоит, отделяет водителя частично от пассажирского салона, мы будем делать новодельную, потому что, как видите, когда-то она лопнула, ее так рыболовной леской, ее так сурово, блин, примотали. Даже не стали так запариваться клеем. Но я думаю, что клей здесь как бы долго ее не выдержал бы. Поэтому идет разборка, ребята, такой маленький отчет по проведенным работам. Я думаю, потихоньку, но до... Весны, я думаю, мы этот автобус разберем и уже сейчас, ребята, начинаем частично его восстанавливать. Что такое частично восстанавливать? Сейчас пойдут вот эти вещи, вот, сиденья на пескострую и покраску, как только мы определимся с номером краски. И потихоньку готовые детали будут окрашиваться, стричеваться и ложиться на полки. Вот этот весь стеллаж, это наш ПАЗ-672.
Скоро будет вытаскиваться двигатель, который будет проходить тоже регламентные работы. Это надо будет заменить резиновые прокладочки там кое-где, где-то сальничек подтекает, потом все это вычухать и покрасить, потому что двигатель реально крутой. Тем более делаю такой маленький анонс. Ребят, скоро мы поедем на родину этого автобуса и будем снимать передачу, которая выйдет, ну, надеюсь, еще и на документалку что-то выйдет. Это будет история нашего ПАЗа, потому что вот мы познакомились с сыном водителя, который получал этот автобус. Мы узнаем достоверную информацию, увидим фотографии, какой он был в 78-м году и так далее. А самое главное, мы узнаем его целевое назначение. Когда я узнал, ну, пока только в телефонном режиме, что это за автобус, это реально маленький, но кусочек автомобильной истории СССР. Поэтому, ребята, не за горами поездка, съемка, и вы сами все увидите и узнаете. А теперь буду, ребята, прощаться и бежать, помогать снимать оставшиеся стекла. Пока и до новых встреч!